Ну что ж, Сэм, мы тут с ребятами определили местоположение пропавшей группы ученых. Их куда-то в Равинобль занесло, поэтому, дружище, ты отправляешься теперь туда. Кстати, спешу тебя обрадовать, Сэм. После выполнения твоей миссии я дам тебе отпуск один день. Да ладно, я так шучу. Пряткин, давай иди к телепортатору и отправляй нашего героя на место действия. А тебя, Сэм, поздравляю заранее с выполнением твоей миссии. Thank you.
Здравствуйте, уважаемый! Вас должны были предупредить о моем приходе! А, Стоун! Приветствую тебя в нашем говноводе! Эти, блять, уебища здесь говновод засрали с собою! Сука, говно! Пришлось всех работников эвакуировать, и сейчас вообще невозможно ничего там делать, как раз зачистишь! Ну, удачи тебе, Сэм! Еби этим ублюдкам! Ну ладно, спасибо! Я пошел! Я тут все зачищу. От всяких, блядь, плещицев ссаду. Yeah!
Хрен разберешься. Думаю, лучше тот песок перелезть. Помните, друзья, самое главное – не обманозить себе. Самое главное.
пошло. Thank you.
Ну чё, пришло время нам нажраться, я думаю, господа. Сейчас я достану пару ящичков коньячка из твоей заначки, блядь. Я там ещё нахуй, блядь, чипсы валяются прошлогодние, блядь. Ну, может, с тараканами попадутся, ну, хуйня, блядь. Зато с мясом, блядь, как говорится, нахуй. Для друзей, я нихуя ничего не жалко, ёбаный, блядь. Правда, у меня сигарет вот нету, блядь. Без сигарет, то она как-то, блядь, хуебатенько, нахуй. Сам, ты хуешь, нет? Нет. Ой, блядь, лошара, нахуй. Да ладно, ладно, не обижайся, хули-то, блядь, молодец, спортсмен. Смотри, какой большой, блядь, молодец. Мне тоже надо бросить курить, нахуй. Никак не получается. Ну ладно, хуй с ним. Давайте пить, что ли, ебаный брат. Поздравляю тебя с успешным выполнением миссии. Ты самый крутой сотрудник из нашей организации, из тех, которых я когда-либо видел. Молодец. Молодчина, Сэм. Поздравляю тебя с успешным выполнением твоей миссии. Ты настоящий герой. Герой нашего города. Всей России. Всего мира. Всей вселенной. Без тебя бы мы уж давно подохли бы все. Я очень рад тому, что ты справился со своей миссией и спас нас и группу ученых, которые для нас очень важны. Теперь мы будем спокойно продолжать нашу работу на базе, пока какой-нибудь телепортер опять не сорвется. Работы у нас еще полным-полно. Ты крут, хотя мы потеряли очень много людей. Но, блядь, тюкнюким-то будет покруче тебя, нахуй, все-таки, блядь. И рано или поздно тебе придется с ним встретиться, нахуй, понял, блядь? Я из Лас-Вегаса, и я говорю всем пи***ц! Иди сюда! Отсоси! Порву, скотина! Да выебывался, урод!